Пятый международный фестиваль культуры и спорта «Пара-арт» среди людей с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и слуха откроется в понедельник в Сочи, сообщает администрация города. Ежегодный фестиваль культуры и спорта «Пара-арт» среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Сочи с 14 по 26 сентября. Его главная цель – предоставить возможность людям с инвалидностью проявить себя в спортивных и в творческих номинациях. В спортивной программе фестиваля настольный теннис, легкая атлетика, боча, стритбол на колясках, дартс, спортивное ориентирование, шашки, шахматы. С 15 по 19 сентября в рамках фестиваля состоятся всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, говорится в сообщении. Также в конкурсной программе «Танцы на колясках», «Театральное мастерство», «Художественное чтение», «Вокальное и исполнительское мастерство», «Декоративно-прикладное творчество», «Художественное творчество», «Фотомастерство», «Оригинальный жанр». В рамках «Пара-арта» пройдут семинары по социальному предпринимательству и созданию доступной среды, а также мастер-классы по прикладному творчеству и выставка продажа готовых изделий.